Галерея Новоуральска, никого нет. Ну что, вы все слышали правила? Начинаем. Офигенское застолье сейчас начнется. А хрена с два. Вот это да. Да я лошара вообще, блин. Сейчас я путешествую все благодаря тому, что начал играть в дартс. Я и моя напарница Юля. Парни, ну вот, сейчас Руслан нас повезет 15 километров по всей Москве. Погнали! Привет, друзья! Начался новый день, второй день пребывания в столице нашей Родины. Находимся на Атамьяде 2016. Ой, замечательное просто утро, выспались хорошо. Номер оказался гораздо лучше, чем я сначала предполагал. Вообще комфортно очень. Так, ну сегодня у нас по плану 3 игры с 3 соперниками. Сейчас поедем завтракать и поедем на стадион Октябрь, здание стадиум, где будут проходить у нас игры. Так, друзья, раннее утро. Идем уже завтракать. В коридоре никого. Все еще, наверное, дрыхнут. Сейчас посмотрим. Может, мы даже самые первые. Друзья, мы-то думали, мы первые. Народ уже стоит. Вообще. Голодный вовсю, ждет. Не пускают? Голоднее Новоуральска никого нет. Здрасте. Он при чем тут всех отгоняет чужих-то? Сейчас подождем, когда откроют кафе, пойдем завтракать. Вот такой вот скромный завтрак у нас. Греча, бутерброд, чай и каша. Банан. Нет, банан не надо, значит, кофе и арабика. И банан. И кофе арабика. Кофе арабика. Приятного аппетита всем, кто ест. Так, ну вот, все спортсмены позавтракали, набрали сил для состязаний. Дружной толпой идем к автобусам. Поедем на место проведения соревнований. Стадион «Октябрь». Народ приехал на стадион, все пошли по своим объектам. Бегуны туда, дартсмены туда. Кто-то еще в левую сторону пошел. Сейчас будет жарко. Антону Кольцеву проиграть. Да я лошара вообще, блин. Я мог, но проиграл. Так, друзья, вот мы уже, собственно, в самом стадиуме. Пришли, разогреваемся. Сегодня буду играть другими дротиками, нежели в Заречном. Решил вот такие взять оперения. Сейчас немножко разомнемся. И через 15 минут начало соревнований. Он что сказал, не наступать или не заступать? Не наступать. А, не наступать вообще? Вот это да! Видали, как я умею? Так, сегодня у нас, короче, будет 3 игры всего. 2 до обеда и 1 после обеда. Завтра 2 оставшиеся. До победы, 3-1, 3-1. Сначала прямое, окончание. Так, счет максимум может быть 2-1, то есть получается не до 3 побед, а до 2 побед, да? До 2 побед. Понятно. Ну что, вы все слышали правила, начинаем. Первый у нас Саша выступает, оказывается, лички тоже будут. Контровой лег разыгрываем монеткой, то есть играет большую роль фактор случайности. Чтобы играть уверенно, нужно выносить соперников 2-0, получается, сразу. Вот такие дела. Так, друзья, ну вот, первый тур у нас закончился, играли мы... Я даже не знаю, с кем мы играли, но первую игру Саша проиграл со счетом 0-2, а я выиграл со счетом 2-0. Такой вот баланс у нас получился.
Это у нас судьи записывают результаты. Эй, мальчишки и девчонки, ну что ж, история у нас снова повторилась. Саша снова проиграл 0-2, а дядя Сэм снова выиграл 2-0. Сейчас у нас будут парные игры. Так, друзья, ну вот у нас очередная радость. Играли мы только что микс, победили 2-0. Я и моя напарница Юля из Электростали. Друзья мои, а вот и мой главный соперник за золотую медаль. Александр, ну скажи, с каким счетом ты сегодня решишь меня выиграть? Мы не сегодня играем. Мы вообще, кажется, не играем. Сегодня у нас чекаут и расслабон. Нафиг дартс. Так, друзья, вот в таком уютном зале, конечно, проходят наши соревнования, но я вам сейчас покажу еще один не менее приятный зал, в котором у нас через несколько минут начнется обед. Просто зацените. Ребята уже из другой команды обедают, а мы сейчас доиграем и тоже усядемся за этот офигенское застолье сейчас начнется. Сейчас еще включат музычку нам. И будет тотальный релакс, после которого начнутся второй этап игр. Ну что, нормуль, да? Тут вон у нас куча обслуживающего народу. Парням и девчонкам респект, нас все устраивает. Ой, как, друзья, хорошо после обеда. Просто великолепно. Как бы не отразилось это отрицательно на моих результатах сейчас. А то бывает, когда очень сытно, вкусно поешь. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. А мы вместо сна сейчас пойдем играть парную встречу с москвичами, в которой нам нужно обязательно побеждать. Потому что назад пути уже нет. Друзья, вообще отлично поиграл. Короче, я к центру. Ребятам из Москвы мы все проиграли, все, что могли. В упорной борьбе, конечно, было решающий микс. Со счетом 2-1 проиграли. Я не смог закрыться. Надо больше тренироваться. Вот, сейчас играем с командой Атом Энергомаш. Пока по личным встречам я выиграл две партии со счетом 2-0. Саша одну опять проигрывает. 0-2. С ними еще играть пары. Ну, думаю, все будет хорошо. И поедем сегодня домой, уже устались. Вот так вот этим дартсом наелись. Так, какие три? А, мы проиграли же первую. Так, ну вот, друзья, с командой Атом Энергомаш мы завершили нашу парную игру. Выиграли со счетом 2-1 в контровом леге. У Саши хоть что-то в этом леге получилось. А я просто закрылся. Да, еще тут их. Друзья, ну вот мы в гостинице, закончился второй день пребывания в столице и первый день соревнований по дартсу на стадионе, на каком-то стадионе, Октябрь, что ли? Октябрьский. Я уже Октябрьский, да. Вот. Сложилось не так все плохо, как могло, не так хорошо, как могло. В общем, шансы на победу у нас еще есть, не все у нас потеряно. Сейчас будем отдыхать и готовиться к завтрашнему дню. На сегодня все. Я устал, как собака. Ну что, друзья, вы думали, я лег спать? А хрена с два. Мы на Красной площади. Так, друзья, ну, хотел бы сказать пару слов, что сейчас я путешествую все благодаря тому, что начал играть в дартс. Сейчас бы сидел тихо у себя в огороде, окучивал картошку, ел смородину, поливал огурцы или тупо купался у себя на зеленом мысу. Есть у нас там местечко, на местном пруду. А сейчас, после того, как стал
покидывать иголки тупо в стену. Стало кое-что получаться. И начал ездить по соревнованиям. Разумеется, не за свой счет, а за счет федерации или спонсоров. В данном случае сегодня я еду за счет Росатома. Потому что проявил себя в отборочных играх Атомиады. Так что, если вы новичок и первый раз смотрите это видео, рекомендую, что называется, на своем собственном примере. Главное стараться, заниматься, тренироваться. И, возможно, что-нибудь да получится и у вас. Итак, друзья, вот мы и пришли еще в одно знаменательное место в Москве. Коих на самом деле в Москве тысячи, наверное. Парк Сокольники. Массовое помешательство. Друзья, уже смеркается, а понаехавшие все еще шляются по ночной Москве. Время 9 вечера в Москве, мы находимся на ВДНХ, зато народу здесь как днем, бляха-муха. Деревня приехала в столицу развлекаться. Так, друзья, ну вот, решили на старости лет прокатиться на аттракционе «Летучая мышь». Дикая мышь. Мы реально кайфанули, блин. Давно я так не развлекался с самого детства. Понаехали. Такие детские развлечения, зато чистые эмоции. Настоящий адреналин. Истинное удовольствие я получил. Тебя как зовут-то? Руслан. Парни, ну вот, сейчас Руслан нас повезет 15 километров по всей Москве. Погнали! Ну-ка, сними с меня это. Ой, ну я реально кайфанул. Спасибо вообще по ночной Москве. Еще раз спасибо, парню. Мне понравилось. Приезжайте еще, да. Извини, что кайф обломал. С пятничными девочками. Давай сейчас найдем. Ну давайте, удачи, парни. Парни на голдах. В магазин-то пойдем. Улетают нахрен.